Тулоне сотрудники госавтоинспекции остановили пожилую женщину, которая перешла проезжую часть в неустановленном месте. Выяснилось, что пенсионерка торопилась выполнить указания звонившего ей сотрудника правоохранительных органов. Она хотела снять деньги со своей банковской карты и направить их на якобы резервный счет. Инспекторы рассказали женщине, что она едва не стала жертвой аферистов и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Осознав, что чуть не лишилась крупной суммы денег, пенсионерка поблагодарила полицейских за неравнодушие. Благодарю сотрудников за то, что мне выручили, потому что мне вообще было плохо, невозможно. Вам мошенники звонили? Да, и сказали, что мне вообще никому не сообщать, не говорить, что молчать. И я вот всего молчала, ходила. Подобные случаи телефонного мошенничества сейчас не редкость. За прошедшие 3 дня жители Иркутской области перевели телефонным аферистам свыше 17 миллионов рублей.